Анонс и точно дата выхода 43-й серии турецкого сериала «Мой дом». 43-я серия сериала выйдет в эфир 12 мая. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Гюльбин очень тяжело вспоминает самый кошмарный момент из своей жизни. Когда ей было всего 15 лет, то ее пытался изнасиловать парень, хозяйки, у которой работала ее мать. Вскоре об этом узнала мама Гюльбин. И она не стала оправдывать свою дочь, а наоборот накричала на нее. Али Рыза пришел сватать Зейнеп для барыша, и родные одобрили их свадьбу. Праздник был омрачен плохим настроением Сакине, так как она чувствует себя никому не нужной. Это очень сильно огорчает Зейнеп. Эмре позвонил барышу и сообщил шокирующую информацию в отношении Тарыка. Сакине сказала Зейнеп, что если бы сейчас Гюльбин была с ней рядом, то она не испытывала такого страха потерять ее. Женщина решает раскрыть правду Зейнеп о том, что произошло перед тем, как Гюльбин сбежала. Барышу стало известно, что Тарык на самом деле не является таковым, и он воспользовался фальшивыми документами. Его настоящее имя Текин. Это означает, что Тарык и Гюльбин – самые настоящие мошенники. Как только барыш встретился с Зейнеп, то сообщил о том, что эти люди, проникнувшие к ним доверие, никакие не брат и сестра. Они мошенники, которые работают на Экрема, отца Зейнеп. Напомним, 43-я серия сериала выйдет в эфир 12 мая. Если вам нравится сериал, ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.